Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет закупка из магазина «Лента». Где-то на 9 тысяч вроде бы с хвостиком у нас получилось, достаточно большая, но не ездили мы в «Ленту», получается, 2 недели. Ездила в этот раз я вместе с мужем, так что у нас такая совместная покупка. Сейчас я покажу. Итак, давайте начнем по традиции с мяса. Была по скидке курица. По-моему, 79 рублей она стоила. Ну да, что-то в этом духе. В общем, в чеке потом в конце видео покажу чек. Посмотрите, купила 3 штуки. Так как они были со скидкой, я их буду разделывать. Ножки отдельно, крылышки. Ну, ножки, крылышки отдельно, да, куриная грудка отдельно. И сами кости, то есть спинку и то, на чем вот... Ну, как это, куриную грудку, куриный хребет, или как он называется, да, каркас вот этот, тоже у меня пойдет на суп, на бульон. Так что у меня сразу получается и суп, и на много раз второе получается. Дальше. Вообще, я очень сильно тут на днях захотела красное вино вместе с рыбой. Вино выбирала я сама, не знаю, насколько мой выбор... Я вообще в винах на самом деле не разбираюсь, но... Вот взяла, во-первых, вот это крымское вино. Не знаю, такое пробовали мы или нет. В общем, это красное полусладкое. Я вообще не люблю сухие вина, я всегда беру полусладкие. Очень мне нравится. В общем, вот такое красное взяла. Ну и так как очень хотелось вина, я взяла еще одну бутылку вот такого красного. Маркиза де Эльза. Вот такой вот. Не знаю. Вот, дальше, конечно же, рыбу. Я взяла форель. Вот такую радужную, непотрошенную. Это на 411 рублей. Ну, такая хорошенькая тушка прямо. Вот. И еще я взяла самую мою любимую рыбу. Я ее просто обожаю. Это карп. Причем здесь у меня радужный карп, то есть без чешуи. В общем, я обожаю карпа. Это моя самая любимая рыба. Я ее просто запекаю в духовке и все. Кстати, в доме я люблю одна только. Ем карпа, остальные у меня его не любят. Поэтому эту целую рыбину я ее запекаю. Мне на несколько дней вообще хватает. Я обалдею от нее. Я могу на завтрак, на обед и на ужин кушать. Так что, да, ням-ням. Вот еще по скидке за 199 рублей был свиной окорок. Такой неплохой кусочек взяли. Также филе грудки взяла 2 упаковочки. Ну, мы их в панировочных сухарях делаем, и так что-то можно просто запечь. Взяла слоеное тесто на булочки дрожжевое, 3 упаковки. Давайте дальше. Здесь у меня что получается? Сардельки. Кстати, вот эта марка тоже неплохая. Вот папа может, и вот эта марка очень вкусная. Это у меня муж взял тут имбирь маринованный. Дальше сыр российский. Кусочек. И сыр еще вот такой. Радость вкуса взяли. Легкий. Также 2 небольших кусочка колбаски. Вот такие черкизово кусочек. И вот такой вот, что это у нас? Лента. Праздничная лентовская. Вот такая. Дальше творожный сыр. Вот это мой любимый. Это сыр, который как в сушах. Вот просто обожаю его. Давно, кстати, себе не покупала. Решила взять. Очень его советую, попробуйте. Хохланд и еще одна какая-то марка делает вот этот сыр. Я его просто беру хлебушек, сверху вот этот сыр и помидорка. И вообще очень вкусно. Также взяла, мне очень понравилось вот это вот, ну, это имитация икры красной именно от Балтийского берега. У меня тут муж на неделе заезжал в магазин, тоже покупал. И вот это вот очень вкусно. Это, конечно, не настоящая икра, но... На завтрак, вот, кстати, на творожный сыр, например, очень вкусненько. Это мне очень нравится. И, кстати, младшему ребенку тоже с удовольствием ест. Дальше здесь у меня сметана 10%. И была скидка на вот это масло «Вкуснотеево». Поэтому я взяла, конечно же, 2 пачки. Также увидела в отделе, где молоко, всякие йогурты, вот такое вот молоко гречневое. Вся польза зеленой гречки. Не знаю, ни разу не пробовала такое молоко, видите, безалкогольное, из растительного сырья. Видите, можно выпечку, чай, кофе пить идеально с хлопьями и мюслями, коктейльное мороженое, завтраки, каши. Вот такое вот. Видите, без лактозы, без добавления сахара, без молочного протеина. Находился там, где йогурты, вот такой стенд с распродажами, который, вот видите, вот такой вот у него... состав получается. Вот, ну не знаю, попробую, потом скажу, вкусно или нет.
Также обычное молоко. Вот такое. Творог. Вот этот из Вологды. Очень вкусный творог. Мы его так едим и на сырники, на какую-то выпечку. Очень вкусно. Вот это советую. 5%. Так, давайте дальше. Здесь у меня масло Слобода. Вот такое взяла. И два сока. Яблочный и гранатовый. Гранатовый мой любимый сок. Кстати, мне писали, что лучше гранаты отжать. Но те, которые продаются у нас сейчас, они реально вообще кислые. Их просто невозможно есть. Как лимон жуешь. Поэтому пью пока сок. Вот, но чуть попозже, я думаю, появятся уже гранаты, можно будет купить. Так, хлеб столовый, 2 батона лентовских, роллы тоже что-нибудь сделаем вкусное. И здесь у меня, как всегда, вот такие булочки, которые любят меня очень мои мужчины. Сырные лепешки, 2 штучки. И из тандыра вот эта вот лепешка. Боже, я ее обожаю. Вот она стоит 29 рублей. Лепешка узбекская из тандыра. Нам ее прямо достали из печки. Видите, даже пакетик запотел. Одну мы с мужем съели в машине, потому что мы там еще по делам с ней ездили. И вторую привезли домой. Она нереальная. Вот я обожаю ее. Хотя меня спрашивают, что тут в ней такого особенного. Ничего в ней особенного нет. Обычная лепешка, но она мне безумно нравится. И те, которые идут производства, ну, как фабричного производства, они не такие вкусные, как прямо, когда вам пекут. То есть вы, когда берете вот эту теплую, горячую, она просто нереально вкусная. Ну, лично для меня. Так, также у меня здесь муж взял чипсы, 2 упаковки небольшие, и морковь еще по-корейски. Так, сардельки показала, взяла еще, была тоже на скидках, вот такая смесь бобовая с пюре. В общем, я тут так понимаю, что здесь разные, ну, в общем, тоже на супчик, в общем, пойдет. Соль обычную каменную. Также у меня муж взял, сказал, что он будет делать квас вот из такой штучки, видите, 3. Ну, в общем, здесь 2 пакетика. Получается 6 литров кваса. И по составу, кстати, очень неплохо. Видите, концентрированное сусло и дрожжи. Вот. И все. Мне кажется, класс. В общем, муж будет делать у меня. Я взяла вот такие капельки для выпечки. Очень, кстати, их советую. Классные, видите, они вот такие вот. Просто добавлять в тот же обычный кекс или, я не знаю, можно даже в шарлотку добавить. И получается более такая ароматная выпечка. И, ну, очень-очень вкусно получается. Вот такие советую. Так, дальше я тут набрала... Короче, это все я. Я, видно, давно не была в ленте, соскучилась. Набрала всяких конфеток. Вот такие вот, видите, шоколадные с начинкой. Это у меня дети их любят. Конечно же, мои любимые батончики, я их просто обожаю, очень вкусные, вот на 110 рублей получилось, Ротфронт, вот эти, дальше взяли еще с трюфельным кремом какие-то бабаевские, это муж у меня тоже тут мне подмогал, вот, конфеты, слеза мужчины, кстати, да, он почитал и решил попробовать, что это за слеза мужчины такая, и еще у меня вот такие трюфеля, Красный Октябрь или трюфели, как они правильно говорят. Тоже они были там со скидкой, поэтому я взяла. Вот. В общем, в последнее время тоже захотелось чай с конфетками. И как раз к чаю я взяла один лимончик вот такой и имбирь. Очень что-то тоже захотелось мне чай с имбирем и с лимоном. Взяла вот такой вот один маленький, самый маленький, который нашла. На 12 рублей. Но просто я знаю, что большой мне нет смысла покупать, потому что, знаете, это у меня сейчас хочется, а потом уже не будет хотеться, как всегда. Так, дальше салат. Вот этот очень мне нравится, именно вот этот фрилис. Он такой, ну, хрустит. Тоже был со скидкой взяла. Конечно же, огурцы по 39 рублей. И помидоры. 99 рублей. Также взяла хурму королек. Да, она действительно очень вкусная, но я ее выкладываю на тарелочку, она немножко лежит и становится как бы еще вкуснее. Также здесь бананчики у меня, яблоки вот такие тоже были со скидкой по 64 рубля. Это Айдаред. Очень, кстати, хорошенькие, прям такие красные все. И груши конференц. Это у меня муж взял. Также у меня здесь, ой, пакет порвался. Картошка. Кстати, картошка была по 9 рублей. Видите, такая неплохая картошечка.
и лук. Так, ну и здесь кое-что из бытовой химии взяла. Вот этот был кондиционер на скидках. И еще увидела новый кондиционер у Ленты. Либо это просто новая упаковка. Вот такой решила попробовать. Кстати, очень приятно пахнет цветочками. Видите, такой 110 рублей или 111, по-моему, он стоил. И также в новой упаковке, я так поняла, или просто новый, вот такой для цветных тканей. Я раньше покупала их, тоже купила. Также из новинок из бытовой химии увидела вот такие капли новые. Капли, капсулы, извиняюсь. Видите, для черного белья взяла, не знаю, Derlux. Не видела такую марку раньше. Вот такие вот гибридные для стирки черных и темных тканей. Видите, написано «Идеально для ваших джинсов». Вот, также мы с мужем взяли вот такой кофе на пробу. Мне кажется, мы такой не пробовали с ним. Вот, яйца C0, 25 штук. Вот. И здесь туалетная бумага, как обычно, куда же без нее. Еще купила фольгу, вот такую, но такая фольга мне не особо нравится, она вроде бы тоненькая. Ну, мне так кажется, я обычно другую какую-то беру, но другой не было, поэтому взяла, ну, вообще 5 метров маловато мне, вот, поэтому взяла 2 штучки. Так, дальше у меня здесь корм котам, еще корм котам, пакетики. И это собачки легкая взяла вот такое. И здесь у меня перловая крупа и пшеничная и ячменная крупа. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. Сейчас вам покажу чек. И вот показываю чек. Вот эта икра, Балтийский берег, я имела в виду. Вот эта марка очень вкусная, очень вкусная, в общем. Вот видите, тушка цыпленка по 79 рублей была. Поэтому я так много покупаю и разделываю их сама. Получается, кстати, намного дешевле разделать курицу, нежели покупать все отдельно. Итого сумма 9542, скидка 3221 рубль. Так что вот такая вот у нас получилась закупка. Я на самом деле всю неделю мечтала о красном вине с рыбой. Хотя с рыбой, говорят, сочетается лучше розовое вино. Но я в этом не спец, мне просто хотелось красное вино и красную рыбу. В общем, вот так вот, да. Так что осуществила свои желания. И конфетки вкусные. Тоже очень вкусно. Вот. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте пальчики вверх. Мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.